Привет, друзья! Сегодня буду показывать популярные игры для ПК, которые можно с удовольствием играть прямо на своем телефоне. А для тех, кто задается вопросом, во что бы такое поиграть на своем телефоне, вся инфа есть под видео. Готовы окунуться в мир Android игр? Тогда давайте начнем. Neighbors from Hell – это веселая игра, предлагающая вывести из себя противного соседа. Однако, достать этого персонажа будет непросто. Вам потребуется пройти коротенькое обучение и отправиться творить вредительство. Геймплей игры буквально пропитан юмором. При этом шутки над соседом становятся более изощренными, сложными и изобретательными. В распоряжении игрока окажется 14 локаций и множество способов насолить неприятелю. Благодаря удачному порту на Android, геймерам не придется привыкать к управлению или расстраиваться из-за плохой картинки. The ABC Murders – проект, предлагающий геймерам поломать голову, распутывая историю по роману Агаты Кристи. Главным героем квеста, как несложно догадаться, является знаменитый Эркюль Пуаро, которому с нашей помощью нужно разгадать тайну загадочного оппонента по имени ABC. Геймплей игры предлагает геймерам стандартные для жанра механики, интересные головоломки и возможность пообщаться с неординарными личностями. Главным же оружием детектива станут умозаключения, позволяющие приблизиться к преступнику на основании полученных зацепок. LEGO Marvel Super Heroes – это еще один супергеройский экшен в моей подборке, но на этот раз про Marvel. Хотя сюда в принципе можно отнести и всю серию LEGO на андроиде. Управляя Железным Человеком, Капитаном Америкой, Халком, другими героями и злодеями, игрок пройдет 45 миссий, которые включают сражения, эпичные сцены и головоломки. Каждый персонаж обладает суперсилой, которая пригодится для прохождения. Игра содержит оригинальный сюжет, который отличается от фильмов. Команде Мстителей предстоит сорвать планы Локи, который решил объединить злодеев, собрать сверхоружие и уничтожить мир. Alien Isolation – игра, которая станет настоящим подарком для поклонников вселенной о чужом. Хоррор с ПК перекочевал на мобильное устройство, подарив геймерам возможность испытать массу эмоций от встречи с одним из самых смертоносных существ. Насладитесь графикой, продуманным управлением и сюжетом, предложенными разработчиками. В основе истории тайтла лежит информация с самописца корабля Рипли, о котором узнает ее дочь. Девушка отправляется на станцию Севастополь в надежде пролить свет на исчезновение матери. К сожалению, база находится в лапах монстра, от которого будет практически невозможно убежать. Если вы хотите пощекотать нервы, то Alien Isolation подойдет для этого как нельзя лучше. Brothers: A Tale Two Sons – это атмосферная приключенческая игра для мобильных платформ, повествующая историю двух братьев, отправившихся на поиски лекарств для своего отца. С виду сказочная и простая головоломка постепенно раскрывается, и через некоторое время прохождения игрок поймет, что за красивой графикой скрыта глубокая история, затрагивающая жизненные темы. Игроку предстоит контролировать двух героев одновременно, зажимая определенные стики на экране телефона. Вместе братья должны решать головоломки и помогать друг другу в бедах. Сюжет отправит геймеров в красивые места, заброшенные храмы и другие живописные места. The Witness – красочная головоломка от первого лица, восторженно встреченная публикой. Игрок, очнувшись на острове, будет исследовать открытый мир и в процессе решать головоломки, построенные по типу лабиринта. Сюжета как такового нет. Вместо этого геймер обнаружит диктофонные записи, отрывки из книг, видео и визуальные образы, которые помогут понять философию этого мира. Всего в игре представлено свыше 600 головоломок, но не все из них нужно решать для прохождения. Хоть сюжет и отсутствует, концовка есть и даже не одна, но для разблокировки второй нужно искать секретные загадки. Portal – это легендарная головоломка, тоже добралась до Android, однако для ее запуска потребуется контроллер и консоль Nvidia Shield. Обладатели этих мощных устройств смогут насладиться улучшенной графикой и увлекательным геймплеем, что заставит работать ваши мозги по полной. Игровой процесс основан на пространственных головоломках, для решения которых игрок воспользуется портальной пушкой, которая создает два портала. Одни задачки довольно простые, другие же требуют от геймера смекалки и скорости реакции. Добавляем к этому отличный сюжет, черный юмор и атмосферу, в итоге получаем незабываемое развлечение на несколько вечерочков. The Wolf Among Us – одно из выдающихся творений в жанре приключенческого квеста. Приготовьтесь открыть для себя альтернативный мир 1986 года, в котором различные мифические существа скрываются под человеческим обликом и живут бок о бок с людьми. Эта история посвящена детективу Бигби Волку, что защищает себе подобных от остального мира. Игра также является приключенческим point-and-click квестом, сюжет которого разделен на 5 эпизодов. В процессе прохождения вы не только решите различные головоломки, но и поучаствуете в увлекательных диалогах, выбор и вариант ответов которых влияет на развитие сюжета и концовку.
Limbo – это необычный пазл-платформер, где все критики и игроки не скупились на отличные отзывы, а игровые издания присудили проекту титулы «Лучшая инди-игра» и «Игра года 2010». С этим алмазом игровой индустрии сегодня вы можете познакомиться, не выпуская телефона из рук. Игра рассказывает историю безымянного мальчика, который, очнувшись в странном мрачном лесу, отправляется на поиски сестры. Геймплей наполнен непростыми физическими головоломками, которые игрок будет решать методом проб и ошибок. Уникальная атмосфера воссоздана благодаря монохромной черно-белой картинке, эмпирическому звуковому сопровождению и минималистическому окружению. Игра хоть и 2010 года, но это однозначный must-have. The Walking Dead – красивый квест, выполненный в стилистике комикса с проработанной сюжетной линией. Этот шедевр был успешно портирован с ПК на Android-устройство. Теперь пользователи мобильных девайсов тоже смогут насладиться приключениями выживших в мире, наполненным кровожадными зомби. Что касается геймплея, то он остался практически неизменным с момента выхода версии для ПК. Игрокам предстоит общаться с персонажами, выбираться из затруднительных ситуаций и, конечно же, принимать важные решения, которые неизбежно отразятся на линии сюжета. Если вы любите хорошие истории о зомби-апокалипсисе, то The Walking Dead можно попробовать. Таков был мой топ-10 игр с ПК на Android, которые непременно стоит попробовать каждому геймеру. Надеюсь, что благодаря этому видео вы найдете идеальное развлечение для вашего мобильного устройства. Спасибо, что были со мной. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться видео с друзьями. До новых встреч и всего хорошего!